Здравствуйте. Сегодня я вам хочу рассказать, почему же я именно выбрала программу благотворительного движения Whole World. Хочу вам назвать несколько причин, почему именно Whole World. Зовут меня Ирина Агапова. Я, как и многие другие люди, искала работу. Она у меня была. Любимая работа была. И я искала подработку, так как денег, как и у всех, всегда их не хватает, много их не бывает. И в одной социальной сети в 2013 году я наткнулась на эту программу. Зарегистрировалась, понравилась. И когда я вывела свои первые $10 на карточку, я поняла, что я смогу. И это побудило меня стать участником этой программы. Ну, первая причина, конечно же, я искала материальное благополучие. Хотела поправить свое материальное положение. И на работу не нужно ездить. Работаешь дома, сама себе хозяйка, и еда приготовлена, и с ребенком можно уроки сделать. Во сколько хочешь, во столько и ложишься спать. Во сколько хочешь, во столько и встаешь. Надо по будильнику вставать на работу, меня это очень устраивает. Ну, конечно же, мне хочется творить добро, потому что проект этот добрый. Мы помогаем больным детям. Я сама мама, и поэтому прекрасно знаю, когда болеет мой ребенок, как это тяжело, сколько это слез, переживаний. Поэтому мы запустили настоящую благотворительную эстафету. Я ее передаю дальше по всему миру. И помогаю детям, и за это еще и получаю денежные вознаграждения на свой единый кошелек. Мне это очень приятно. Поэтому я являюсь участником. Одна из причин, мне хочется делать добро людям, и мне это приятно. Система помогает найти знакомых по всему миру. Это тоже одна из причин. Появляются новые знакомства, появляются новые связи. И программа эта по всему миру, не только в России, поэтому очень много иностранцев у нас в проекте. Общаюсь с ними. И даже много английских слов я выучила, хотя я в школе тоже учила английский язык. Но общаясь с иностранцами по скайпу, начинаю их потихонечку понимать. Также еще одна из причин, четвертая, наверное, уже, что участвуешь в проекте и приобретаешь компьютерные навыки. Компьютер у меня появился 3 года назад. Я печатала одним пальцем. Я даже слово «привет» не могла написать. Сейчас я печатаю 2 руками достаточно быстро. И много-много уже узнала. И также продолжаю развиваться. И все время смотрю обучающие видео и познаю что-то новое. Еще одна из причин. Мне очень нравится соревноваться с другими участниками проекта. Потому что у нас директор компании устраивает различные конкурсы. И топ-10 самых активных фандрайзеров. Мне нравится с ними соревноваться. И, конечно же, очень приятно мне побеждать и брать первые места. И за это также мы получаем денежные вознаграждения. Все честно, я выводила на карточку. За 2-е место 2 раза брала по $200, мне давали. И 3-е места в топ-10 очень часто были. И также с 4-е по 10-е место я занимала, получала бизнес-автомат. Скоро на сайте появится атрибутика с логотипами Whole World. Я обязательно ее закажу. Хочу заказать себе футболочку, купальник хочу заказать, поехать куда-нибудь за границу. И буду ходячей рекламой. Иностранцы будут ко мне подходить и спрашивать, что это такое. Я им буду объяснять. Также приглашать в проект. Карты скоро появятся, так что будем заказывать. Еще одна из причин, которая меня побудила стать участником проекта, мне очень нравятся новостные конференции.
Ну, во-первых, директора очень приятно слушать, и он рассказывает о новостях. Проект становится современней с каждым годом. Вот я смотрю 2011 года, какой он был, и какой он стал сейчас. Две большие разницы. Поэтому дирекция проекта все делает для того, чтобы его усовершенствовать, делать более современным. В программе не нужно ничего покупать и ничего продавать. Это очень-очень радует. Еще можно найти в проекте свою любовь, потому что вы же общаетесь с другими людьми. А вдруг? Кто знает?